Всем привет, сталкеры! С вами я, сталкер-баннерщик, это Сталкер Онлайн и МСК-сервер. Как видите, нахожусь я на острове бандитов, рядом с татарином. Привет, чувак, давно твои квесты не выполнял, ну, может быть, как-нибудь соберусь. Ну что, сегодня, можно сказать, финальная ходка, да. Финальная ходка получится небольшая, буду ходить туда-обратно вокруг костра, чтобы было хоть какое-то развлечение. Да, на сегодня никуда я не пойду, ну, разве что до гурмана. Но об этом, конечно, история умалчивает, что там будет, неизвестно. Сегодня, да, финальная ходка. Этот цикл Stalker Online возвращения завершается. Я так понял, что пора. Пора. Это был неплохие полгода. Кто помнит мой предыдущий, так сказать, в кавычках, уход из Stalker Online. В тот раз, конечно, было эпичнее. В этот раз я не ухожу, нет. Просто видео по Stalker Online теперь будет выходить немного в другом формате, а именно в формате стримов. Как, что и почему, я расскажу на сегодняшнем стриме, который будет буквально через пару-тройку часов. Ну, давайте пару слов вкратце скажу. Ну, во-первых, это да, конечно, раньше мне моя система не позволяла вести стримы, сейчас позволяет, и вот последний месяц я их веду с переменным успехом. Время от времени тестил сначала на своем втором канале, последнее время стал на основном канале вести. И так понял, что в принципе вроде все нормально, все получается, пора перейти. А, да, конечно, качество картинки хотелось бы сделать лучше, но со временем все это будет улучшаться, 2-3 месяца, и будет и Full HD, и все остальное. Пока вот примерно как-то так. Ну, и давайте пару слов о том, почему я решил перевести именно видосы по Stalker Online. Замечу, что только в Stalker Online будут стримы. По остальным, может быть, и будут стримы, но это будет не постоянное. А вот по Stalker Online именно вот ежедневные, кто, кстати, заметил, они уже не каждый день выходят, выпуски по Stalker Online, больше их не будет. Будет только формат стримов. Но так как YouTube позволяет делать запись, соответственно, вы можете посмотреть все это в записи, кто не успел на стрим. Вообще не проблема. Итак, первую причину я назвал, то есть комп стал получше, и, соответственно, возможность вести стримы появилась, поэтому это первая причина. Вторая причина, в принципе, она тоже немаловажная. Мне не хватает одного часа. Вот все привыкли, то, что видосы по Stalker Online в основном часовые, но по факту мне одного часа не хватает, чтобы насладиться выживанием именно здесь, в аномальной зоне. По факту я выживаю где-то 3-4 часа. Это как раз тот формат, формат стрима. Я считаю, что стримы должны по 3-4 часа идти в среднем. То есть это нормально. Кто-то успел прийти раньше, кто-то позже. Но в какой-то мере и тот или иной человек посмотрел часть стрима там или целиком стрим. Если вести, допустим, стримы по часу, это мало. Это мало и не хватает. Все прекрасно, наверное, замечали, кто особенно давно наблюдает за Stalker Online, что у меня есть видосы, к примеру, встречает меня в зоне, да, такая ситуация. Сталкер меня встречает в зоне, смотрит, я в новой экипировке такой, о, типа, а что за фигня, где взял т.д. т.п., ну интересно же. Я говорю, смотри, будут скоро видосы. То есть он смотрит видос, а там я еще бегаю в старой экипировке. То есть это видео в записи, то есть я их записал, выгрузил на канал. И они день-два ждут своего выхода, а я уже выживаю в новой экипировке, в новых там, в новом шмоте, да, и с новым оружием. Соответственно, по времени не стыкуется, да, к примеру, вот выходит обновление или какой-нибудь патч. У меня видосы уже загружены на канал со старым патчем, мне даже приходилось писать. Типа, это видео там вышло до такого-то числа, там, т.д. и т.п. Что тоже неудобно. Формат стрима эти моменты отметает, потому что стрим – это прямой эфир. Ну и, конечно, мне легче было на него перейти, так как все видео по Stalker Online я, можно сказать, записывал в формате стрима. У меня нету ни монтажа, ничего. Единственное, что на костре, когда я отдыхал, иногда ставил паузу. А так, можно сказать, тот же самый прямой эфир, только в записи был. Поэтому мне было проще на него перейти, именно на этот формат. Ну и, конечно, общение с подписчиком, общение со сталкерами в прямом эфире намного интереснее, чем общение в комментариях под видео. Поэтому это тоже способствовало тому, что я решил перевести это в формат стрима. Ну и, конечно, время. Как заметили многие, что у меня в основном видосы по Stalker Online, но хотелось бы выпускать и по другим аномальным зонам видео, но не хватает просто времени. Я так немножко подсчитал, немножко потестил.
формат стрима занимает меньше времени, то есть у меня будет больше времени снимать видео по другим играм, по Изонке, да, там, по Next Day, присматриваюсь к двум другим еще играм. В общем, моды Сталкера. Тоже хочу посвятить много времени этому, но не хватает. Не хватает. И поэтому Сталкер Онлайн теперь будет выходить только в формате стрима, где мы с вами сможем общаться напрямую, в прямом эфире. И, конечно же, хотелось бы, чтобы на стримах присутствовали не только сталкеры в чате, но и сталкеры именно рядом со мной. То есть помогали мне, я им буду помогать. То есть общение живыми сталкерами в прямом эфире, а не в записи, это намного интересней. Вот примерно как-то так я решил для себя, и почему бы и нет. В общем, начинается третий сезон. Это было последнее видео второго сезона Stalker Online Возвращение. Все, я вернулся. И начинается третий сезон Stalker Online стримы. Ну что же, сталкеры, на этом все. Всем до встречи, всем пока. А кому интересны подробности, кто хочет пообщаться, заходите на сегодняшний стрим, который будет буквально через пару-тройку часов. На этом стриме не будут войн и перестрелок, на этом стриме будет ремонт, так как сегодня суббота. Как видите, я уже готов. Я одет в экипировку ремонтника, сброшу перки, прокачаю необходимое и добро пожаловать на гурман, отремонтируем. Ну что, на этом все, всем до встречи, всем пока, увидимся.